Глава города-курорта Сергей Сергеев сообщил, какие меры в настоящее время принимаются в Анапе. У нас создана и функционирует муниципальная пожарная охрана, которая дислоцируется на пожарно-спасательных постах в хуторе Рассвет и в поселке Виноградное. Для взаимодействия с добровольными народными пожарными командами дополнительно имеется 5 пожарных мотопомп, 45 пожарных ранцевых огнетушителей РП-18, Ермак, 900 метров пожарных рукавов, 80 хлопуш. Мы на сегодняшний день дополнительный конкурс проводим по закупке оборудования для ранцевых огнетушителей, для того, чтобы обеспечить им сельские округа. Есть у нас условия для забора воды. Также Сергей Сергеев рассказал, что на землях сельхозназначения выполнена опашка общей протяженностью 132 километра. На заседаниях административной комиссии составлено 84 протокола за нарушение противопожарных мероприятий. На территории Анапы действует 4-уровневая система оповещения об угрозе ЧС с охватом населения 100%.